Соберем сегодня несколько интересных Соберем сегодня 7 интересных луков из 4 единиц одежды. Привет, мои дорогие! Меня зовут Оксана, и сегодня я приглашаю вас вместе со мной собрать 7-8 интересных луков. Использовать будем всего 4 новинки гардероба, которые я также хочу вам показать. И, мои дорогие, кому это интересно, оставайтесь со мной, тем, кто впервые попал на мой канал. Присоединяйтесь, мои дорогие друзья! Устраивайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. И, девчонки, первое, что я хочу показать вам, это Total Black Look. Одежда, состоящая из одной цветовой гаммы. Это черное платье, вот такая косуха, черная обувь, черные колготы. И, конечно же, к этому гардеробу прям вот и просится именно черная сумка из натуральной кожи. Вот такой классический рокерский стиль получился. Интересный этот вариант. Стиль Total Black универсален, конечно, обувь на плоской подошве. Если дополнить легким каблуком и изящной сумочкой, то выглядит вполне торжественно. Если дополнить какими-то аксессуарами, бижутерией, украшением, браслетами и каким-то изящным кольцом, то вполне это платье выглядит очень изысканно. Платье комфортное, отрезное по линии талии, что придает силуэту красивую форму, акцент на плечевом поясе. Сама плечевая деталь выполнена из другой ткани. Сама ткань очень комфортная. Если дополнить это платье простым джемпером, скажем, классическое сочетание черно-белое, то концепция, как говорится, меняется, и в этом платье вполне возможно пойти на прогулку, на шопинг, на вечеринку с друзьями, так как платье это легко трансформируется, то есть поменяв оттенок джемпера, поменяв стиль джемпера, поменяется и стиль всего образа. В общем, платье достойно находиться в любом гардеробе, вполне базовое, все зависит от того, какое у вас настроение. Платье идеально мне подошло по размеру. Оно имеет такой оверсайз стиль, оно свободное, и это очень приятно. Очень интересно выполнена вот деталь по лифу, она на сетке, бархатная ткань, бархатная отделка и очень комфортно в носке, то есть платье практически невесомое, хотя и имеет такой официальный стиль, но тем не менее очень комфортная, очень удобная ткань. Девчонки, да, все размеры, которые я заказывала, я оставлю в описании под видео, можете зайти, посмотреть и ориентируясь на мои параметры, можете также подобрать себе подходящую по размеру одежды, там много, и, конечно, ошибиться практически невозможно, там расписано все по сантиметрам, я высчитываю, говорю о том, что мне подошло, что не подошло, и, в общем, девчонки, классные одежды, классные вещички. И следующее, что я хочу показать вам, это вот такой классический летний базовый жакет, летний жакет коротким рукавом. К этому жакету, как видите, я уже подобрала вот такую рубаху с притом. И, в общем-то, очень легко комбинировать этот пиджак отличного качества. Есть подплечики очень комфортные, мягкие, вот такой длинный рукав, практически на мои параметры этот рукав до локтя, имеет очень хорошую длину, полноценные карманы, пуговицы в тон самой ткани, абсолютно базовая вещь, удлиненная. И, мои дорогие друзья, следующее, что я хочу вам показать, это платье. Платье вот такого приятного цвета хайки, оливкового цвета. Вполне подойдет к стилю милитари, отлично с грубыми будет ботинками выглядеть это все дело. Платье отличного качества, пуговицы в таком металлическом исполнении. И платье это заказывала я в размере М. Да, мои дорогие друзья, все ссылки я оставлю. Ту одежду, которую я вам сегодня показываю, я заказывала на сайте Shein.
Сотрудничаю давно, сайт отличный, проверенный, одежда очень бюджетной категории и, в общем-то, отличного качества. Вот, кстати, на этом платье я не вижу самой бирки Shein, потому что одежда с этого сайта поступает в различные маркеты, в различные бутики, и, конечно, продается она там совершенно по другой цене. Это платье я покупала на сайте Shein, ссылку оставлю, можете зайти посмотреть. Доставка быстрая, качество отличное, хорошая длина у этого платья, также подойдет и с вот этой черной косухой. Примерю, все покажу, девчонки, и, в общем, классный образ получится именно на базе вот этого платья. Несколько образов можно собрать. Базовое абсолютно платье, все зависит от желания. Если дополнить это платье грубой обувью, черной косухой кожаной и кожаной сумкой, получится образ довольно-таки такой рокерский. Образ очень удобный, городской стиль, комфортно себя в нем я чувствую. Если, скажем, заменить сумку, заменить обувь и... Кстати, посмотрите, вот под этот жакет это платье тоже будет здорово выглядеть, если, скажем, подобрать обувь песочного оттенка, под ремень такого же оттенка тоже будет здорово. В общем, те базовые вещицы, которые я сегодня вам показываю, они между собой очень хорошо комбинируются, очень хорошо миксуются. Мне очень нравится вот эта особенность заказа, скажем, сайтов, которые вы делаете, уже предполагая, скажем, что с чем можно будет одевать, что с чем можно комбинировать. Если это платье дополнить светлой обувью, обыграть светлой сумкой и дополнить легким, блестящим, слегка с люрексом джемперочком, вполне романтический стиль получается, который отличается в корне от стиля с кожаной косухой, с грубыми ботинками. Вот такой романтический стиль, а это всего лишь одно платье и несколько образов. Если дополните это платье вместо джемперочка, скажем, обычной джинсовкой и кроссовками, и в качестве аксессуара дополнить его рюкзаком, то совершенно другой стиль будет, направление спортивного, базовое платье, которое огромную палитру фантазии предполагает. И этот нейтральный оттенок предполагает огромное сочетание цветов. Легкий оливковый цвет хорошо сочетается с бежевым, с темно-коричневым, с черным, с белым. Также насыщенный зеленый цвет будет в тему к этому платью. В общем, огромное количество вариантов, которые просто на базе одного такого платья. И исходя из вот таких соображений, девчонки, я также заказала и вот такой комбинезон. Комбинезон уже у меня висит с джинсами вот такого песочного цвета, который я нашла в своем гардеробе. И, конечно, идеально вписывается именно вот в сочетании с вот этим жакетом, эти джинсы. И можно очень легко комбинировать. Следующее, что хочу показать вам, это комбинезон. Вот такого необычного леопардового оттенка. Широкие шорты и верх выполнен на кулиске. Очень легкая и дышащая ткань. Сами шортики выглядят очень объемными за счет того, что они имеют вот такую подкладочную ткань. То есть просвечивать ничего не будет. Что касается удобства-неудобства, вот подобного плана комбинезона у меня есть в гардеробе. Их несколько, разной расцветки. И я вам уже показывала их и рассказывала в обзорах. По поводу удобства, просто идеально удобно. Летом не нужно никаких фантазий своих проявлять. Просто одел этот классный комбинезончик и все. Можно также сочетать идеально вот именно с этим жакетом. Как я сказала, я сделала в этот раз заказ, который бы взаимодополнял друг друга. То есть можно из практически тех четырех вещиц, которые я вам сегодня покажу, можно комбинировать огромное количество луков, огромное количество образов.
просто комбинируя их между собой. Кстати, вот это платье, которое участвует вот в луке тотальный черный, я также заказывала на сайте Shein. Платье абсолютно базовое, абсолютно комфортное, и можно его, скажем, скомбинировать. Я вот в таком стиле с косухой его вам показала. У меня есть, конечно, различного стиля косухи. Я вам сейчас покажу, как, скажем, платье по-другому заиграет с другой косухой, но вот такого песочного оттенка тоже я уже показывала, и вот тут секрет открыла вам. Можно как комбинировать, скажем, вот песочный жакет, песочную косуху, сочетание вот песочных оттенков и черного. Опс, упс, упс, упал. Вот сочетание песочного оттенка и черного. Идеально. Кстати, вот давайте покажу, как это подобрать к этому образу совершенно другую сумку, и все будет играть совершенно в другом направлении. Так, живенько. Но если живенько, то лучше, да? И, мои дорогие, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой из образов вам понравился больше всего, чтобы вы, на свой взгляд, могли дополнить к тому или иному образу. Напишите также, кто уже сделал заказы по моим ссылкам, потому что обзорные видео я снимаю уже на протяжении 5 лет. И я знаю, что много зрителей делали уже покупки по моим ссылкам, так что жду вашей обратной связи. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, на колокольчик нажимайте, кто еще не нажимал на колокольчик. И я надеюсь, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. А с вами была Оксана, всем всего хорошего, пока-пока!